Сидят три бабки на лавочке, ну и там хвастаются, какие, значит, овощи, фрукты выращивают. Одна говорит: ты знаешь, у меня в этом году вот такие помидоры выросли. А та говорит: то, наверное, из-за дождя, потому что у меня вот такие огурцы выросли, вот такие. А третья трохи глуховатая говорит: и где он живет? Алло, здравствуйте, вышлите, пожалуйста, свой инвайс. Чего? Не понял, чего выслать? Инвайс. Опять, простите, опять не понял. Еще раз, что выслать? Инвайс, блядь. Повторяю по буквам. Игорь, Наташа, Вадим, Оля, Йосип, Света. Ёб твою мать. Кто все эти люди? Барышня идет по базару и смотрит, мужик, банка закрытая, на банке надпись: комар полностью в постели заменяет мужчину. Она подходит: это что? Говорит: да. Что вот как? Да. И сколько стоит? Да 100 гривен всего. Давно не было мужика. Ну давайте. Взяла бы. А как делать? Говорит: приходите домой, раздевайтесь, ложитесь, ноги расставляйте, открывайте банку, он вылетает и все делает. Ага, хорошо. А если нет? А если нет, то вот мой телефон, позвоните, я приеду, блин, заберу его или заменю, неважно. Вы звоните, если что не так. Говорит: хорошо. Тут вечером звонок, говорит: приезжайте, я разделась, легла, ноги расставила, выпустила его. Он сел на стенку и сидит. Говорит: не волнуйтесь, не переживайте, сейчас приеду. Приезжает чувак, так раздевается, говорит: ну, тупица, смотри, последний раз показываю. Анекдоты — это да я. Ты до сих пор не с нами? Подписывайся.